Здравствуйте, 18 сентября, 17 лунный день, созди Адья с элементом пространства. День высших сил, благоприятен. Обращаться Буддам Бодхисаттвам, день со знаком Дашнимы и Бальжинимы, на редкость благоприятно на все благоприятные дела день. Для почитания огня, домашнего очага, очищения, ритуала очищения, исполнения желаемого, проведения праздника нового целия, направлять на достойные поступки, принятие сана, принятие вещей, изучать сакральные тексты, создавать форму дизайны, забой скота. Ребенок, родившийся в этот день, будет нравственным, дисциплинированным, спокойным, в материальном достатке, благосклонным, способным ко всем прикладным искусствам, имеющим возможность устранять негативные проявления. День неблагоприятен, разрушать или устанавливать фундаменты, переезды, принимать собаку, определять место строительства, проводить лечение как прижигание, передвижение войск. Благоприятен для людей, родящих год, свиньи, овцы, неблагоприятен годам лошади, курицы, мыши. Наверим березки диважем дуване, овчуване сунды, дымкур дуване, комбогунгарские шаны. Будьте полезными.